Приветствую церковь, народ Божий, всем тем, кто меня знает, рад сегодня быть вместе с вами и размышлять над Словом Божьим. Знаете, интересное выражение, которое часто мы с вами употребляем в жизни, ну или я употребляю, и очень часто в отношениях и верующих людей, и неверующих, с Богом, давай с Богом. Знаете, это в принципе мое желание, и вообще мне хотелось бы, чтобы Бог... Да, он был в моей жизни, в моих сферах жизни, в моей семье, в моей работе, везде, где я не нахожусь, я бы хотел бы, и мое желание, это чтобы Бог присутствовал в моей жизни. Но вопрос, с Богом, знаете, с Богом ли? И это сегодня хороший вопрос, который мы сегодня должны задавать себе. С Богом ли я сегодня живу? С Богом ли я сегодня иду? Есть ли Бог сегодня в моей жизни? Пускаю ли я его в сферы своей жизни, да, в семье, в отношениях, в дружбе, в финансах? Есть ли там Бог? Знаете, интересно то, что книга пророка Иеремия, 1 глава 1:8, Бог дал такое сильное обетование. Он сказал Иеремии: «Не бойся, ибо я с тобою». Ибо я с тобою. Знаете, как важно сегодня проанализировать и понять, я сегодня с Богом, Бог сегодня со мною. Знаете, я хотел бы прочитать книгу пророка Иеремии, 1 глава, чтобы мы с вами поразмышляли сегодня на тему, знаете, я с тобой. Бог говорит, я с тобой. Я хочу быть сегодня с тобой. Бог сегодня инициатор быть с нами. Но и мы должны проанализировать себя. Я с Богом иду, я с Богом. И мы посмотрим, когда Бог с нами, когда Бог идет со мной, когда это обетование, оно работает, знаете, или когда оно имеет силу. 1:5. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод, но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавить тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст мои, и сказал мне Господь, вот я вложил слово, слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать». И 19 стих, он говорит, «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавить тебя». Мы видим, да, с 5 стиха, то, что Бог призывает Иеремию, и мы видим, как он его призывает, он ему просто дословно объясняет вообще свое отношение, вообще свое величие, да, свое могущество в отношениях к Иеремии. Он говорит то, что Иеремия, я образовал тебя, я познал тебя, я освятил тебя. Мы видим то, что Бог призывает Иеремию. Для чего он это делает? По какой причине он это делает? Потому что народ израильский, он отступил в глубокое идолопоклонство. Они отступили от Бога, они нарушали, пренебрегали законом. Они поступали вероломно, так и написано, во второй главе написано 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держаться воды». Мы видим, два зла оставили и высекли водоемы. Осознанно пошли против Бога. Знаете, и мы видим, что Бог, он призывает Иеремию на служение. Для чего? Для того, чтобы исполнялось его слово. Бог, он будет исполнять свое слово. Независимо ни от кого, независимо ни от чего. Потому что он говорит, что Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И Бог, он исполняет свое слово, исполняет свой завет, который он еще заключал с Израилем, для того, чтобы исполнять свое слово. И мы видим, знаете, когда Бог со мной, вот можно задать вопрос, когда? И первое, когда я, знаете, мое я, оно будет на втором плане. Когда Бог со мной? Когда я капитулирую под Бога. Вот это Бог, вот я образовал, я познал, я освятил. Но очень часто в нашей жизни есть другое я, это мое я.
Вот когда Бог со мной, когда мое «я» отходит на второй план, а Бог на первый. Второе, Бог говорит, Он говорит, «Я вложил слова мои в уста твои», Он говорит, «коснулась рука». Знаете, второе, это когда Его слово на моих устах. Знаете, что сегодня на моих устах, то и у меня внутри. Знаете, что сегодня внутри меня, чем я сегодня наполняюсь, что я туда сегодня запускаю, пребывает ли Его слово во мне для того, чтобы я мог его исполнять и говорить о нем. Второе, это, да, это слова в сердце. И третье, это исполнять призвание. Бог так ему говорит, а ты, припаяв чресла свои, встань и скажи им все, что я повелеваю тебе, не малодушись перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Третье, это исполняй призвание Бога. Говори за Бога, проповедуй сегодня Евангелие, говори сегодня. И Бог говорит, не бойся, я с тобою.